Всем добрый день или вечер. Меня зовут Алекс, и я собираюсь записать три раздельных видео, посвященных курсу «Шахматы судьбы». Вот это первое видео примерно на 5-7 минут, в котором будет рассказано сейчас, что это за курс, главное его содержание, откуда известна эта технология, откуда я ее получил, когда. Немножко рассказано будет о себе, как проходил предыдущий обучение в предыдущем потоке, потому что правильно было бы назвать «Шахматы судьбы 2». Итак, меня зовут Алекс, и я планирую провести курс трехмесячный по длительности, то есть это 12 недель или 3 месяца, начало курса середина сентября, это будет либо второй уикенд сентября, либо третий. То есть середина сентября, если длительность 3 месяца, то, соответственно, курс закончится еще до Нового года, примерно в середине декабря. Значит, этот курс «Шахматы судьбы» это технология из традиции толтеков. В двух словах, на территории Северной и Южной Америки была такая цивилизация толтеков, которая была самой развитой из всех существующих мезоамериканских цивилизаций. А их было много: мишкеки, альмейки, майя, ацтеки, сапотеки. Так вот, из всех из них самая развитая с точки зрения знаний, технологий, значит, представлений об устройстве Вселенной человека, это были толтеки. Можно говорить толтеки с мягким знаком, можно без мягкого знака. Это, в принципе, прописание одинаково грамотное. Вот эта цивилизация, она, по сути, дала свои знания двум другим цивилизациям, которые более известны из учебников истории, школьные особенно. Это цивилизация ацтеков имеет заимствованное знание от толтеков, и, соответственно, миграция была частью населения толтеков через центральную Мексику на полуостров Юкатан, куда толтеки пришли и передали свои знания майя. В таком модифицированном виде эти знания и у майской цивилизации тоже появились и нам известны. Но все корни, все ключи – это только толтеки. Цивилизация – это традиция этой цивилизации, она не умерла. То есть, как она существовала тысячелетия назад, так ее развитие этой традиции продолжается. Продолжается в основном через закрытые линии, где знания передаются устно. Из письменных источников, наверное, единственное или одно из немногих книг – это книги Карлоса Кастанеды и тех авторов, которые стали изучать наследие толтеков, писать об этом вскоре после Кастанеды, либо были ученики Кастанеды, либо те, кто был под впечатлением, то есть известен, есть такой, до сих пор живет в Мексике, Виктор Санчес, Альмандо Торрес, если вы знаете книги Альмандо Торреса, там есть кусочки, фрагменты знаний о цивилизации толтеков. Там же излагается о том, написано о том, что, именно в книгах Кастанеды, о том, что есть закрытая линия, та линия, которая представлена в романах Кастанеды, это линия Дона Хуана, она не единственная, есть и другие линии, у них свои методики работы с информацией, как бы свои направления, и устно информация передается, то есть линии эти живые продолжают жить. Значит, я конкретно получил знание о технологии «Шахматы судьбы» от Серхио Магани. Вот перед вами.